Яин, подача, весь воздух опять выигрывает. Ого-го, и Байгоми с первым же касанием засадил мяч. Ворота Диего Лопеса, и Реал пропускает первый гол в 2014 году. Но вот такие мячи, простите, даже не Диего Лопес, а Икер Касильяс бы не вытащил такой мяч. Первым касанием, посмотрите, сам подал штрафной, сам пошел на подбор. Вторым касанием. И это из серии попал. Да, еще раз 10 и Байо Гомесу так ударить, может быть, и не завернул бы мяч в ворота. А куда-то туда, в красный тент, натянутый за воротами. Проиграли здесь подбор гости. Ну и никаких претензий Диего Лопесу быть не может. Смотрите, как мяч лег на